Труд делает жизнь человека осмысленной. Эти слова своим примером подтверждают сотрудники предприятий, учреждений, организаций нашего округа. В День труда в Московской области ежегодно отмечается в третью субботу апреля. Этот день посвящен всем труженикам, которые вносят свой посильный вклад в развитие и благополучие региона. Мы сегодня собрались чествовать и вручить награды тем людям, которые своими руками, своей энергией делают нашу жизнь комфортнее, делают ее безопаснее. И я, наверное, хотел бы еще дополнительно что пожелать. Очень важно, чтобы мы от того, что делаем, получали удовлетворение. Материальное, безусловно, но важно именно моральное удовлетворение, то есть мы понимали, что то, что мы делаем, оно важно для окружающих, и оно делает жизнь людей, которые рядом, лучше. Пожелать всем трудовым коллективам и вам, как представителям всех профессий, которые представлены в городском округе Щелково, дальнейших профессиональных успехов и результатов вашего труда. Вашим семьям благополучия, здоровья, нашей стране, Московской области, городскому округу Щелково, дальнейшего процветания. Хочется от всей души пожелать вам всем крепкого здоровья, всем отличного настроения, мира, добра вам и ваших близких. С праздником! Награды в этот день нашли своих героев и героинь. Работники разных отраслей выходили на сцену, получая заслуженные аплодисменты и грамоты. Эта награда не только моя, я считаю, что это всего коллектива, потому что я без коллектива все равно ничего бы не смогла сделать. Это благодарность всему коллективу и от меня, и для меня это очень высокая награда. Для меня лично труд – это самое любимое дело. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.